В Нижневартовске выбрали нового главу города. Им стал Дмитрий Кощенко. До этого момента он исполнял обязанности градоначальника и курировал в администрации муниципалитета финансовый блок. Выборы прошли во время внеочередного заседания городской думы. Подробности в сюжете Кирилла Волконского. Из 8 кандидатов, подавших документы на замещение вакантной должности, к выборам, которые прошли во время внеочередного заседания городской думы, допустили 3. Это 2 заместителя главы города, Дмитрий Кощенко и Виктор Ситников, а также депутат Сергей Землянкин. Перед началом слушаний программ он взял самоотвод. Я снимаю свою кандидатуру с конкурса, с вашего голосования на должность главы города Нижневартовска. Оставшиеся кандидаты представили свои программы развития города на ближайшие 5 лет. Виктор Ситников упор в плане делал на развитие зеленых технологий. Дмитрий Кощенко на привлечение инвестиций, развитие агломерации и креативных индустрий. В итоге единогласно депутаты выбрали Дмитрия Кощенко. Надо было выбрать того, с кем город пойдет дальше, кому город действительно окажет кредит доверия. А на сегодняшний день кредит доверия он большой. Я могу сказать, что и его нужно оправдывать. И показали выборы, которые прошли буквально несколько месяцев назад, о том, что люди ждут от нас реальных дел, решения их насущных проблем. И я думаю, Дмитрий Александрович вместе со своей командой при поддержке Думы сможет это решить. Решающую роль при выборе Дмитрия Кощенко сыграл его опыт. Бывший начальник налоговой инспекции последние годы работал заместителем главы города по экономике и финансам. Мы должны, несомненно, развивать все-таки сферу молодежной политики, потому что это сейчас самый такой тренд и развитие как раз текущее, которое идет и в Российской Федерации, потому что этому направлению уделялось, к сожалению, очень мало внимания. А в целом мы продолжаем то, что уже начато. И, соответственно, идем дальше вперед, развивая все то, что было сделано до этого. Инаугурация состоится уже завтра. В торжественной обстановке Дмитрий Кощенко произнесет присягу и официально станет главой города. Кирилл Волконский, Александр Титаренко, Вести Югория, Нижневартовск.